Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Римлянам, 13 глава, 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Боже милости, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Слава Тебе, Господи, за сегодняшний день, за то, что жизнь продлил и разум сохранил. Научи нас, Господи, трудиться с радостью, открыть и примножить дарованные Тобой таланты, и дай нам добрых наставников, советников и помощников. Аллилуйя! Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Авва, Отче, услыши молитву нашу. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Твоей, слава Вышнему Богу на земле мир, человека благоволение. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими, покрови самофором любви Твоей. Благодарю Тебя за то, что Ты в скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах помогала мне и защищала от позора, поношения, по сравнению, отступничества и измены. Слава Тебе, Господи, за Преснодеву Марию, дивную заступницу рода христианского. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов и опасностей. В транспорте всюду Ты хранил меня, не отпусти меня без покаяния жизни и в смертный час, когда душа будет разлучаться с телом, не покинь меня. Проведи душу в помытарством, веди навеки в царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, быть благочестивыми, довольными, довольствоваться питанием и одеждой, искать прежде всего Царствие Божие, правда Его, не бояться начальств, слушать правителей грозных и устоять верности Богу. Аллилуйя. Бог Иегова, услышь наши молитвы тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриарха, митрополита, епископа, священников и диакона, всех твоих служителей, даруем рождение свыше. Побуди их на благовестие живого Твоего Слова и соблюдение канонов Церкви. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас грешных. Господи, слава Тебе за святителя Господи Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Яков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отрок, и пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престол Божий предстоящий, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы Петр и Павел, и 70 апостолов, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Даруй нам, Господи, Иисусе Христе, жажду исследования святых писаний,
через которых мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Свирский, Устин Философ, Косма Демиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя. Не дай нам, Боже, в скорбях и искушении принять начертание Антихриста. Аллилуйя! Святители и учители, преподобный Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все приводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матери София, Наталья Адриан, Варвара, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроники Юния, Киприан и Устина, жены мироносицы, молите Бога о нас, все святые, молите Бога о нас. Господи Иисусе Христе, даруй послушание, молчание, целомудрое и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей. Господи, исполни Духом Твоим пророческим Церковь Твою святую, дабы день Твоего прихода и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной верой и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Посети болящих. Сергия, Николая, Антония, Вячеслава, Валентину, Андрея, Павла, Татьяну, Елену, Игоря, Владимира, Елену, Анастасию, протерея Павла Адельгеймса. Геннадия Фаста, протерея Геннадия Фаста. Детей. Пелагею, Злату, Анну, Софию, Анастасию, Артема, Евгения, Тимофея, Елизавету и всех, кто просил нас помолиться о них, укрепить душевные и телесные силы, чтобы все принести, никто не отошел от тебя в печали и уныние, дарую каждому исцеление, как угодно тебе. Аллилуйя. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, Евтихия, Ольгу, Сергия Парализованного, протерея Павла Дельгеймса, Даниила Сысоева, Анну, Наталью, Надежду, Тамару, Марию Тихона и всех почивших в вере надежде воскресения. Простим все согрешения, вольные и невольные, ибо нет человека, который бы живя не согрешил, и даруем вечную память и вечный покой, как угодно тебе. Аллилуйя. Возри на врагов наших, запрети не дай им желаемого, приведи их к покаянию, и в судный день не помяни их безумие, ибо не ведают, что творят. И если угодно тебе, примири их с нами. Аллилуйя. Бог Иегова, наведи страх Твой святой, на власти и воинство, дабы познали неволю Твою, что Ты царь, царствующий, Господь, Господствующий, принимали угодно Тебе законы и слышали воздыхание верующих людей. Умягчи сердца правителей государств и народов, Владимира, Александра, Владимира, Джозефа, Эрдогана. Ты, Господи, знаешь их всех, их сердце в Твоих руках. Сохрани их от покушений и всех начальствующих, дабы нам жить тихо, безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Благослови, Господи, Израиль. И сними с него покрывало, Господи, дабы спасся остаток Твой, Господи, да будет все по воле Твоей. Где войны идут, где смуты идут, сохрани детей и верующих людей от угнетений и притеснений там и здесь.
и научи нас ценить мирное и доброе время. И приготовь народ Твой к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную по слову Твоему за вступление Твоих заповедей и повелений. Благослови наших благодетелей, Игнатия Тихоновича, батюшку Иакима, Наума, диакона Александра, щитца Игоря, всех братьев, которые ведут занятия, Барнауловскую, Потеряевскую, интернет-общину. Продли всем жизнь и даруй Твои небесные и земные блага. Аллилуйя! Даруй всем людям, не имеющих где жить, жилье, не имеющих работу, работу. Сохрани наше селение стихийных бедствий, разрушений, пожаров, наводнений, воровых хулиганов, мятежей и нечистой силы. Благослови хранящего полицейских, пожарных и врачей. Благослови нас, Господи, на издательство трехтомника. Благодарим Тебя, Господи, уже за проделанную работу и славим Тебя. Аллилуйя! Помоги, Господи, Елене Михаилу и Наталье с ремонтом жилья. Екатерине и Галине с ремонтом дома. Открой Галине Евангелие правды Твоей. Сохрани, Господи, живыми и невредимыми и благослови Максима, Никиту, Александра и всех братьев, которые были призваны. Смягчи сердца к ним начальствующих. Да будет, Господи, все по воле Твоей. Братьи наших, которые отступили, Антона, Авраама, Сергия, Виктора, открой им Евангелие правды, даруй им веру, Господи, Твою, избави их от заблуждения, помоги им отречься от самости, коснись их сердец по воле Своей. Даруй познание истины Твоей всем нам, стоящих на молитве, в вузах находящихся, Сергия, Илью, Глеба и всех Твоих, Господи, овец. Даруй им, Господи, терпение и все нужное для их спасения по воле Своей. Всех братьев путешествующих сохрани от злых людей и происшествий. Да будет, Господи, все по воле Твоей. Слава, Господи, животворящему Твоему кресту и огради верных Твоих рабов от всякой зла, нечистых духов. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за голгофскую жертву, за пречистую кровь, пролитую на кресте в искупление за наши грехи, надежду на жизнь вечную. За страдания и милосердие, хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за все. Не дай нам, Господи, забыть, что все, что не спослано Тобой, все содействуется нам ко благу. И прими, Господи, нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся Тебе о нас, во благо нам. Господи, Иисусе Христе, прими нашу молитву. О всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. А о не заповедавших нам молиться о них, обрати их веру истинную и православную. Говори, Бог Иегова, Владыка жизней наших, слушаю и дослышат рабы Твои. Аминь. Благодарю всех за совместную молитву. Спаси Христос всех. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь, спасибо.